В Египте почти 200 человек изъявили желание баллотироваться на высший государственный пост. Уже в первый день регистрации кандидатов в президенты высшую избирательную комиссию посетили 199 человек. На свою избирательную кампанию претендентам разрешается потратить не более 10 миллионов египетских фунтов, что порядка 1 миллиона 700 тысяч долларов. Претендент на высший государственный пост в стране должен быть не моложе 40 лет и иметь обоих родителей египтян. То же самое касается национальной принадлежности супруги или супруга будущего египетского президента.